Страницы книги «Золотой фонд нации. Одесская область. 21 век» буквально пестрят разнообразием и именами знаменитых одесситов. В их число вошли такие личности, как Сергей Гриневецкий, Борис Литвак, Михаил Жванецкий, Кира Муратова и многие другие. Самое интересное, что это не только деятели искусства, но и заслуженные врачи, политики, общественники и многие другие. Это те деятели, которые действительно заслуживают внимания и поймите и поверьте, сразу скажу, что невозможно было на страницах одной книги показать тех наших современников, которые, наверное, куют славу нашей области. Вот, потому что здесь около 100 биографий, но, поверьте, здесь эта книга будет продолжаться. Одесса – город колоритный, об этом знают во всем мире. Его атмосфера служит вдохновением для новых поколений. Но биографии знаменитых земляков – это далеко не все, чем может похвастаться издание. На его страницах также можно найти и довольно интересные факты о городе. Вся информация подбиралась очень скрупулезно. Здесь показана не просто биография, здесь есть предыстория книги, здесь краткая и история нашего Причерноморья, нашего края, причем с некоторыми такими уникальными картами, которые здесь можете посмотреть, какой наш уезд был, когда мы еще не были областью, то есть это была еще Российская империя. Вот, показано социальное, экономическое положение. Такой формат книги выбрали не случайно, ведь на сегодняшний день как никогда важно мотивировать подрастающее поколение и знакомить людей с историями успеха именитых одесситов. Очень просто, почему вошли эти люди? Они чего-то достигли в жизни, они пример для нас, они вот они, их можно увидеть, познакомиться, пощупать, как говорится, да? Их опыт бесценен, и хорошо, что все это проанализировали. Часть экземпляров этой книги будут отданы тем, кто стал ее героями. Еще часть распространят по библиотекам города.